девочки, дорогие мои мальчики, привет всем. Ну что, последняя картина, которую я показывала, мне написали там, что кто-то написал, что цвета плохо были бы выбраны, но я уже объяснила, да, что это были цвета с прошлых работ. Просто была проба, техника. Ну и, в общем-то, сегодня я решила попробовать сделать пару картин, в общем-то, разных размеров, но похожих друг на друга. Как говорится, сет. Давайте посмотрим. Я вот сейчас разравниваю краску руками, потом немножко я разравниваю ее феном. И уже, вы знаете, я чувствую больше какой-то уверенности, что ли. Да еще столько краски купила сегодня. $1.30, вы сами видели, да, показывала. Давайте начнем творить. Thank you.
Ну что, получилось, я думаю, неплохо. А я думаю, вообще получилось очень красиво. Как вы думаете? Не стыдно будет такое повесить на стену? Я на самом деле и Але, и Лиле послала, говорю: девчонки, посмотрите, как я красиво сделала. Мне очень нравится.